ребята, краска идет, покраска идет, рыжий наливает нахуй, под покрасочку, яйцо-то хоть дай. Да нихуя, блядь. Опа, опа, фишка. На нахуй, на нахуй, на нахуй, пока. Подписчики, за вас и за праздник рюмку поднимаем, за вас. Сейчас я скажу, снимать через 5 минут будем. В Москве был? Да, это шампунь. У Высоцкого. У Высоцкого? У Высоцкого. А, у Высоцкого был? Да. Свет, ты шампунь приготовила, который в пачке был? Потому что это самое, он просто хорошо помогает. Да не, потом жесткие будут. Светка! А, тебе жопа повернулась, видишь, чтобы ты ее там пощекотал нахуй. Отойди жопой, не надо. А что, пукнуть, ну уж пернешь, что ли? Думает, захочет. У нее этот нос как раз весь в пухе. Она к Мишке раком. Давай, Мишка, ты говори. Я это, говорит, по носу определяла. По носу? У тебя большой член? Как нос, как нос. Как нос? Нос, как нос. Ты помнишь, что я говорила? Да. Серьезно? Да. С этим не шутят. Так что аккуратно нахуй. Танька на коленку бьет ее, на кукан ее. Ну не стоит. Ну я говорю, да. Ну так вялым нахуй погоняешь. 70 лет куда уже. Все. Отъехал. Отъебся нахуй, да, дед? Да. Ну, бурно хоть молодость-то была-то, нет, дед? Бурная. Да? Че тут ты-то мне? Зачем я тебе за него ебаю? За него я хуй. Тут-то пошли. Девки приходят. Толя. Дай денег. Какой Женька? Пожрать. А ебать дашь? На. Сейчас приготовишь. Давай это самое готовишь. Трахну. Держи денег. Но хули тогда не пил нихуя. Где ты воду эту самую? Сейчас. Только вспоминаю. Ай, все. Все, нахуй уронила. Все. О, кто? Последний бардак разломала. Нельзя собирать. Деда собирай. Собирай, да, нельзя собирать, деда собирай. Нельзя. Деньги нельзя собирать. Почему? У нас по поверью такое. Это у вас, а меня похую. Да. Я в бункер пойду нахуй, да? Подрастерел, ушел. В бункер не пойду. Ну, правильно, в шалаш нахуй надо. В шалаш пойду. Зеленками я и так катался по 25 лет. А чё? Сколько я пошатался. По этой тюрьме, да? Бать. Я говорю, ну, первого слова. Привет. Че, три года? Этом? Я говорю, да. Нормально, если держись. Сука, почти. Как она? А ты не охуел? Город. Не охуел? У меня 25 за заключение. А хули меня? А вот это. Думаю, меня все разлил. Ну, рубля не хватило. Ну, а ты, говорит, не охуел? Короче, в этих, никогда не. Ну, хоть 8 лет, нахуй. В кандалах? Да я в кандалах и в наручниках. И в этих ебаных. Как она ебаная город-то? Этот пластина, блядь. 10 лет. Ну лаптик. Я же понял. Улыка. Потом квест. Вы же с это. На лобытки пошел. Он тут все равно. Сейчас, подожди, девочка. С Сашкой, да. Танюшки, телефончик новый, блядь. А вон Светка нахуй. Танюшка, купила же, блядь, в руши пирус, видно же новый, блядь. Да? Так это не, это что не купила? Да мне дали попользоваться. Да не ври, блядь, не ври, нахуй. Да, серьезно. Че ты врешь, блядь, а? А Samsung G1. Купила, Пашка нахуй ее прислал. Че ты обманул? А, это нет, говорю. Че ты врешь, блядь. Да нет. Че ты, он стал тебе гришь, ли? А? Он стал не гришь, ли? Да я тебе говорю нет. Ты че, он тут дорогой же? Ага. Двери поставил, вот Пашка паскудник, блядь. Покупает Танюшки, блядь. Мимо кассы нахуй. В лапках эти, как оно? Да не, Пашка, молодец, спасибо тебе. Лапки эти, ебаные, город. Ну понял, но хуй знает. Че, моешь уже? Был бы рядом. Рано еще, ты че? И, короче, нас это, посадили. И мы гасиным лапками пошли. Че, Дэнь, там это вязал? А у меня-то хули? Щетка зубная. Хули его там. Соборная. Сигарет. Симки. Ну такая это маленькая. Это Танюшка. А свою я отдала дочери. Танюшка. И мы охуярили. А Танюшка, а что тот телефон не выкупила? Вот, вот,
Так, так вот ну, как? Смотри, его наверное. Это уже, знаешь, сколько времени много прошло. Не по делу говорю, а когда здесь? Она хоть у тебя сейчас Samsung есть, хули. Да я вообще. Да нет, Samsung не отдавать. Каюра. Кому, блядь, кому это сможет отдавать? Кому? Танька, блядь. Это, блядь, Танька. Эх, Танька, наругаю тебя, блядь. Почему мне ничего не говоришь, блядь? Да я тебе говорю, это не мой. Я Сетка, а я сюда, блядь. Я смотрю, блядь. Потом еще да несколько раз еще ездил, тебе скажу тебе. Ну, давай, что там? Саша, что там, кому? Привет, кому? Да всем привет, привет, давай, скажи, всем привет, нахуй, скажи, дед. Скажи, всем привет, нахуй. Всем привет, старые. Да, а старых штиблет скажи. А старого, а старого. Да. Ну что ты? Давай все, Светка, пошли мыть голову, где, блядь? Пошлите мыть нахуй. Все приготовил, да? Все приготовила? Ну, покажи, что там у тебя, может, чем рано, блядь. Да, пускай покурят, да и у нее на брови сошла краска, сейчас брови покрасится. Да похуй все. Саня, а брови можно потом. Брови можно, знаешь, потом черненькие, ну коричневые накрасить. Ну, я знаю. Светка, спать хочет уже, да? Да, я всю хуйню знаю, подноготник. Так, а что хуй, что я не прикурила? Ты даже не прикурила, она курит, блядь. Долго играю сейчас с сигаретой. Блядь, она... Ближе. Она плохо видит, видишь. Ближе, ближе, вот, все, хуй. Блядь, все так приходится помогать. Дедушке, выпей тоже. Уже когда поднялся, уже было поздно. Танюшка, наливай, блядь. Че ты, вон, киса, знаешь? Опа, голову прокинул, нормально, хоть яйцом закуси, блядь. Яички-то чего не закусывают? Да яички, блядь, не закусывают, яйцами закусывают, яички ну, яйца. Засасывают только. А другая? Я уже съел. Паха, ну и ничего страшного, Паша, долго жив. Вот, нет, маленький. Больше, ну и чего, и чего? Ничего. И чего, и ничего. Блядь, дед, из горла прилетел. Светка, иди сюда. Дай титьки за ним. А писька не дай? Дай, дай письку ему занюхай. А ты понюхай просто, да все, не надо лизать. Ты не лежи, а понюхай. Рыжий, блядь, ему понюхай, да он лизать тянет, блядь, паскудник. Я говорю, не без рыса, она понюхай, даст мне просто. Да он это самое. Танька, дай подмышкой ему понюхай, пускай. Против платонической этой. Ты я тебе сказала, блядь, из горла не пить. Да я буду. Сетка. Нет. Где ты из горла пил, блядь? Давай мне сигаретку. Блядь, это самое, ты по утрам зубы чистишь. А у меня их нету. Блядь, хотя один зуб, которым прокусывать помидоры. У него не зуб, а хлык нахуй. Вообще нету. Это знаешь, что хорошо? Банки консервные открывать. Идет семейное насилие в семье. Я не поняла, почему у него мокро там все. Голову помыл. Она замочилась. Ну-ка, рыжий. Потрогай, моча нет там. Может, там бастало сейчас. Тихо! Тихо. Насилие в семье киса. Ты что, блядь, где галеты взял? Да. Галеты, блядь. Таня, смоть пожалуйста. Ловка! Это самое. Сейчас как кумарит, я не киса. Блин! Киса! А ей похуй! Что ты говоришь, блядь? Это вот кто охуевает, так это вот Муська точно охуевает. И смотрит и а понять дед... не может, что за хуйня такая случилась. Пашки же охренел. И похуй! Все-таки похуй надо, да, Сетка? Сетка, время прошло уже, пошли мы. Сейчас уехать на ноги будет, блядь, на следующее воскресенье с краской ходить. Да, дед? Ты это, что там нашел? Тебя покрасить это самое, штатками? Бороду, кстати, можно беленьким. Да, деду, покрасим бороду. Нихуя не нашел. А как на бороду-то полиэтилен надевать? На мордик нахуй. Сетка, ты голову пойдешь помывать, а нет? Так это время тоже прошло, блядь. А ты, блядь, так и до утра будешь, блядь, ходить с краской нахуй. А что, будет до утра? Сгорит нахуй. Даже дед переживает нахуй. Хоть у него хуй не стыдно, но переживает за Светку, блядь. Ну как? Ну-ка, что там, у тебя там высажено? Покуда? А, ну можно, кстати, покуда? Остатки краски вот туда сделать. Через Екатеринбург? Не надо. Не надо, молодец. Тюмень, сразу. Тюмень захватил. И возбег. А что ты хотел-то? Где кастрюля? Нет, я это тюменский. Я хотел наше место вечер одна, да, для тебя. Отдать его просто. Ну, подписчики. Что я тебе говорю? Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то поздоровался. С праздником вас. Проснулся. Нет.
Светка, пошли голову мыть. Нет, бей. Нет. Света, докуривай, пошли голову мыть, а то сейчас все волосы в пакете серьезно самое. Кис опять ты получил, блядь. Сейчас уже Таньке мясо не дает. Да Пашке не, ничего не дает, блядь. Светка, Таньке без мяса сегодня поедет. Блядь, хочу в город свой любимый. Так езжай, хули, я сейчас тебя отправлю, нахуй. На трассу выставлю, да пойдешь пешком. 300 верст, нахуй. В Тюмени, блядь. Даже. 360. Ну, тем более, тут 60. Да ничего, 60, до Шатрова 400 с лишним. Все, кисы пизды получил грустно. Печеньки резали. Вовка, я здесь прожил. Ты что, обосвался и обрелась, блядь? А я здесь родился. Я чистокровный, я шамфанский. А я тебе обосвался и обосвался. Нет, это надо. Опа, на Вовку стрельнул. Серега, Серега. Воду готовила, воду готовила. Вот ты прилядешь когда? Ты давай мойся. Заебало, да, скажи? Волосы горят нахуй. Все, пойдем, сейчас это самое пизда будет, блядь. Сейчас спустимся. Не, кстати, Таньке, иди, говорит, хорошую можно пизду покрасить, да, еще говорит? Пошли мыться. Нахуй она нужна, эта пизда? Ой, блядь. Тебе, блядь, не говорить, а. Пошли мыть нахуй. Я был, блядь. Да был бы я бы тебя засадил. Я знаю, да. Вот, видишь, что ты говоришь? Давай подсвечу. Давай, включай нахуй, свет нахуй. Так, нет, ты сюда выноси, всю тазик. Ну, я же не... Пошли, ну, на свет. На свет пошли, это самое, надо посмотреть все. Давай, Светка, маленький, одевай нахуй и пошли. Я не хвастаюсь, иди, да, я стоишь, вот. Хвастайся, да, нашел чем хвастаться нахуй. Не, меня сеструха Галинка. Ну, я один раз тоже вот так же. Заикнулся, ну приехал в гости, заикнулся. Да я, блин, да я там туда-сюда, да знаешь. Я тебе хоть помогу? Она так подходит. Ну она. Как? Сейчас на туре волосы сгорят. Младшие мы с нею. Младшие. Ну, по всей этой, по нашей линии. Ну, младшие с нею. Она мне такая, Вова, никогда не говори я. И никогда не говори, я смогу. Просто молчи и делай, и все. Молодец, вообще, правильно? А, вот я и держусь этого. Че? Давай, давай. Че там? Так, не неси сюда. Где ведро это было? Походи сюда, Светка. Ведро. Да нет, блядь, пластмассовое ведро. Аккуратненько. Давай, вставай, поднимись пока. Блядь. Вот дедушка раком стал. Раком дед и бьет кобылу. Называется? Ты зачем у него стул выхватил? Дед думал, кисы его подъем под ляжку. Что это такое? Все, я больше не пью, хоть нахуй. Это что, такой водой? А, нет. Уру. Так это его не горячая. Так она горячая же. Да вон там холодный, сейчас разбавляй будем. Ну надо будет еще. Рыжий, ты конец опусти. Ты конец опусти. Ты концом шишкой потрогай. Цветка, ныряй нахуй. Ой, я никому хозяйство не отдам, ни одной женщине. Ой, блядь. Ни одной женщине. Кому нужно только хозяйство, Данька думала, блядь. Ну а мы же только с тобой во сне можем. Да. И с этим Змей Горынычем нахуй. Ой, бля, аж кипит прямо. Давай. Глазки закрывай. Глаза закрывай. Ныряй, воздух набирай. Свет, глазки закрывай. Блядь, есть банка какая-нибудь? Ёбану, просто нельзя. Потихонечку, раз. Дай его стакан пластмассовый ей. Процессом занят. Фу, блядь. Да ничего. Давай. Ты носом-то туда не клюй. Ты такой ныряешь-то, блядь. Нет. Не подними, а то сейчас задохнешь этой хуйней. Нет. Ой, меня даже руку защитили. Я, так это все ужас. Как мы сейчас отмоем-то все это? А шампунь-то где? Светка, там не спи, Светка, блядь, не спи надо. Света! Там показывают. С часами еще золотыми, блядь. Светка, дыши воздухом, блядь. Киса! Киса, блядь! Дыши хоть немножко, Света. Надо сейчас вот эту воду убирать, быстренько другую разбавлять. Да подыми голову-то, чё она здесь стоит-то, пускай голову-то подымут. Да голову-то Киса, подними. Киса, помоги мне. Жена там тонет-то. Пускай тонет нахуй. Она сейчас утонет у тебя нахуй. Туалет открытый? Да. Да. Надо это самое, давай это.
не могу в таких условиях. Какие условия? Нормальные условия, блядь. Не может она, блядь. Сашка, не реви нахуй. Не расчесывай глаза, блядь. Не расчесывай глаза, блядь, этой хуйней ты сейчас положишь. Сейчас подожди, воды наберет, лежи. Любую тряпку, любую. Так вон еще в ведре есть вода, блядь. Сына, на лицо вытери. Мне надо вот эту вылить срочно. Лицо вытери. Блядь, другую. Лицо вытери. Ну ёб твою мать, блядь. Ну ничего, посветлело нахуй немножко. Так это, я тебе говорю, без расчески, это надо тут. У нее они густые. Мне это уже три точинки, блядь. Ты моложе ее все равно, блядь. А это что пустое это несёт? Там с горячим. Воду, потому что нужно другую свежую. Подожди. Куда, блядь, ныряешь? Подожди. Она уже нырнула, блядь. Не ныряй пока. Давай, кипяток подожди, Сенка, блядь. Ты боялся, откуда знаешь? Ай, кисы похуй. Нет, надо еще воду. Кисы похуй. Иди, да. Нет, она в туалете, иди наливай воду туда, в туалете. Где она? Не в унитазе, там кран, батарея. Там кран. Кис, смотри, меняется она типа. Больше она, кстати, заточить не будет. Все, учу его. Ты, Данька, забирай меня свой нахуй, у меня Лисада не нужна, вот ты че? Да ну я наоборот прикольно, мне нравится такой цвет. Зачем? Мойся. Мой сегодня я заберу с собой, нахуй. Забирай. Да. Так, Света, голову подними. Еще давай, давай еще. А что так мало налил-то? Надо еще путь. Ну как украл, блядь. У водоканала, блядь, украл. Так, голову тихо. Светка, ныряй. Да хуйни нахуй башку, и да еще что я какая там мой. Светка, ныряй. Ты еще путь-то возьми. Сейчас я открою его. Не вынуться мыться, блядь. Вот таких ребята в полевых условиях Светка красилась. Светка, дыши в том, блядь. Не кашляй в воду. Вот так. Ты голову помыла. Фродушка, картина для тебя. А Фрод-то вообще появляется? Ну, может, появится, увидит это, Танькина. Так, ну и че тут? Тань, че тут за хрень? Так, сейчас я. Опять воду меняю. Сейчас я голову помою. Давай, Данька, ты мой голову. Надо за холодной водой идти. Киса. Да что ты делаешь? Чего, блядь? Светка заебалась, наверное, уже наконец. Ничего, Светка, красота требует жертв. Да суши волосы и все, что за водой кто-нибудь сходите за холодной. Киса, сходи за водой-то. Красота требует жертв. Да, деда возьми с собой, победите дорогой как раз. Давай. То Светка уже на коленях. Кстати, скажи ему. Света, вытери лицо такое. Тряпку уже дал. Чтоб не жгло так. Дед, помогай, блядь, давай, воду, голову поливай. Помоги Светке голову помыть. Лицо, глаза вытери, хорошо. Сама пусть моет. А ты че? Ну-ка давай сюда. Ну, блядь. Блядь, у нас, сука, эластичная, не то. Не то, не то пальто, блядь. Какую дали, такую. Как хули, блядь, полотенца, что ли, нету дома? Ты откуда за это меня спрашиваешь? Какую дали, где я здесь живу? Блядь, у нас хоть полотенце там есть, блядь. Где дед зовет, блядь? И слышишь, пойду посуну, нахуй. Ты не пьешь, что ли? Не пью. Так, все, он ушел? Молодец. Да, пошел. Опять, что ли? Да ёпамать, вы что, охуели? Блядь, ладно, спасибо. Правду говорю. Да, правда. Хули делать? Может, ты поможешь, но... Кого? Пиздишь, блядь, дохуя. А я что буду, если она мыется... Да тут вообще ножи-то есть, блядь, а? Ножницы. Дай деду, он клыком проколет. Дед, проколи, проколи. Я уже наелась этой краски. Дед, проколи клыком, у тебя клык работает. Прокуси его. Нет, да у него только, знаешь, для чего? Для чего? Скалить, чтобы зубы скалить. Светка. Да. Уши. Да. Уши в зеркало не смотрись. Это пипец нахуй называется. Вот здесь темно осталось. Темно осталось здесь? Да. Вот она ходит плохо. Расческа-то, блин. Надо вообще такую, знаешь, с мелкими зубчиками, такую мужскую-то расческу. Гребешок, что ли? Ну, наподобие гребешка. Казалось же, дури, сука, это я говорю, приберись, блядь, дед, да. И что, скажи, мне вообще похуй, что сказал? Вот так вот, говорит. Че? Рыжая. Попробуй она. Лиса. Давай, ну-ка так. Давай. Лисичка, да. Давай еще. Еще. Ну и это. Поднять свет все. Еще. Давай, так, все. У деда. Все, давай, наклоняй. Деда, давай тебя. Пока. Опять ныряет, дед. Только это самое, носом не это. Воду не касайся. Да, дыши ушами.
Серега, на! Он шипы автомат. Здесь он вот прикольно вообще, такой золотистый цвет. А, блин, смотри, тут-то. Ну, прогресс упал. Потому что надо расческу. И знаешь, что у него волосы-то погуще мои. А у меня еще короткие. А у него они густые. Ей надо, наверное, три кулака сказать. Да? Да. Шире месяца расслышали гостей. Да не хочу я проблемы. Так, и сейчас вот последний раз сделаем, и будем волосы сушить. Будет трезвый. Что? Там уж через 40 скорее нормально, ё-моё. Так. Да я-то хули... Я не понимаю, почему... Это, ну давай это самое, она уже устала, давай это. Да, менять. Ну как, лоботанки что ли есть? Да. Мне нравится вот этот цвет. Хуярил. Прикольненький. Ты вообще сам-то местный или нет? Я сейчас не мы еще посмотрим, сейчас голову. А как здесь Туркирию все на уровне сыграла тогда? Баба привезла. Зачем? Так. Что, жили? Поехали разводить. Ты еще не помнишь? Холодную, да. Кипяток, так она, блядь, носом шварится. Да она мне привезла. Сюда. Хорош, хватит, 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 да, что тут где? Ну, я тебе говорю, чем ниже она опускается, она будет. Вот я охуя, сейчас вымою. Ты нос аккуратно. Нет, ну конечно нет. Нет. Все нет. Нет. Да. Так. Бля, много налил. Холодная, бля. Нихуя нормальная. Пойдет. Холодная хуйня с головы. Холодная, нахуй. Пойдет. Я нормальная. Ты бы так со своей девушкой обращался, а? Я приехал. А он с девушкой так и обращается? А, ты про девушку или про девушку сказал? Про девушку. Про девушку или а он с девушкой так и обращается? Ты же, я бы тебя убила, если бы ты мне так сказал, пойдет, блядь. Таня, блядь, тики, прикрывайся, я буду высвечу. Надо утонить сейчас, так. Я еще третий. Ой, засветится, нахуй. Люди, да? Все, в одной воде купалась, нахуй. Так, теперь полотенце. Так, лицо умыло. Значит, полотенце, это... полотенце вот недавно получили. Начали строить эти ебаные лакалки. Так вот каким халатом-то? Лакалки из этого были. Не было. У нас не было. В туалете? Да, ребята, блядь. Сначала это, вытирай это. На что идут девушки? Вот видите? Их любили надо. Так, все, теперь делай. Все, Рыжик, убирай все. Рыжик, убирай только туда. Рыжик такой в путь гоняет. Нахуй был, да, в тот. Куда ее? В холодильник, блядь. А там у тебя нету никакого в холодильнике, Танька уже проверила. Да, да, Танька? Вот Танька. Не, он говорит, там нету никакого. Ноги были бы, тебя пошили. Ноги пошили. Как пошили? Я бы тебя выебал. Старый. Ты любишь? Ну, ты хочешь, вот, чтобы корова была, и так, блядь, практически, блядь. Корова. Какая ты корова? Все, худеть надо. Не, не надо. О, блядь. Сетка, ну что? Она даже отрезвела. Да? Понимаешь? От запаха вот этой вот. Танюха. Два раза чуть не утонула, ё-моё, пока это. У меня, наверное, зрение вернулось сразу нахуй. Сетка, видишь меня, нет? Сетка, видишь меня? Ух, кто здесь? Танюха! Еще раз. Ты где спишь-то? Танюшка, ты где спишь-то? Нет, я спрашиваю. Ты где спишь-то? На Малышево здесь. Спишь? И к ним поедешь. К шалаш поедешь к ним. Ты в гости уже пригласил? В шалаш тебя или куда пригласить? Я не залезу туда, где вот она находится. Где-то не там. Залезь. Там, в шалаше, позже будешь там. Залезешь. Залезешь, даже ты такая, ты залезешь. Даже ты залезешь. Даже зайдешь. Зайдешь стоя, нахуй, да? Стоя. А что ты будешь делать с ней? Ты у тебя хуй не стоит, что ты будешь делать с ней? Ты на нее смотреть просто будешь. Разденете будете. Дрочить будете на нее, что ли, или что? Отрела, что ли? Отрела. Языком нахуй? Нееее. Че, дед, у тебя язык же есть? А че у вас веников нету? Кончились.
Вот он, моя эту, эту девочку ну, нельзя может, отдавать, ты что ее? Не а что, мальчик, ты себя ее хочешь стать? А? Да. А, да? Светка! Смотри, чтобы не тушить, ой, чтобы не опасностью тут стоит. Ну, ты как бы. Будет хуже, если. Ну что, да? Сейчас волосы высохнут. Чего? Посмотрим, ребята. Мне волосы густые. Волосы, вы хорошо. Мне по половине, наверное, хватило на мои. Я потом тебя вызвоню. Тут что сделать-то? Его рожей дать. Опачки. Опа, на нахуй. Вот так вот. Что ты пинаешь? Сейчас деду еще пьет нахуй. Чего ты, говорит, пинаешь? Деду сейчас по яичку получит нахуй. Только что пинать ее. Я думал, что это было. Туда мусор скидывал. Сейчас ты ревнуешь? Да? Так я знаю, вот у меня девочка вот тоже. Она была вон конкретно вот прямо от того. Лучше в ванну бороду намазать нафиг. А нам приходится волосы портить, краситься в такие цвета. А у тебя они такие дорогие. Глаза голубые. Домой поедем сейчас. Скоро. Сейчас, Светка, высадим. Блядский, красивый мальчик вообще. Да? Он особенно, когда его смущаешь, у него они вообще как небо. Это о чем говорится? Ой, прямо вообще. Слышишь, что? Это о чем с первого дня прямо вот это самое, да? Это о чем говорит? У вас вот я его засмущала, глаза вообще голубые стали. Слышишь, нет? Это о чем говорит? О чем? Кися ревнует, Свет, Таньку, Танька, ой, Светка, Кису, бля, тут, короче, замкнутый круг, да? Сетка ревнует Кису, Кися ревнует Таньку, а Рыжий улыбается, бля, же он похуй, он все любят. Да, а один, блядь, так я-то, знаешь, похуй, один похуй, вот правильно. Пах, вот видишь, тебе, да, меня это не осудят, потому я что, то, что я нам знаю, да, как нормально все отношения. Танька названил, прям. Да, я Светка. Так, ну, на приколе все делают. Нет. Ты за горла. Я не подсвечиваю. Пей из кружки где-то. Мне когда темно будет, сука. Сейчас люстра уебнется, так что там Светка аккуратно. Она, блядь, не сидит. Она сейчас упадет прямо на нее. Мы ее ремонтировали. Ой, че, башку расколдит, нахуй. Ну, ага. Все. Видишь, видишь, кисло. Упадет точно. Она вообще на соплях прикидом была, блин, мамочки. Надо как-то ее загнуть. Надо нахуй снять вообще. Лука. Нахуй что снял-то, блядь. А ты нахуя она там висит? Она висела, пускай. Не надо. Не-не-не. Прям не надо, я не буду пить. А че тебе? Почему? Дай. Причина отвечает. Я тебе дай бутылку бутыл. Сейчас дам. Слышишь, что? Кого тебе дать? А? Бутылку. Слышишь? Он хочет из горла. Слышишь, я не могу выпить из горла, что ли? Нет. Слышишь? Нет. Почему ты отрицаешь нет. пить? Нельзя. Отрицаешь. Не бы чистил, блин. Тогда бы. Ты не один в доме. Я привык уже. А я не одну. Чего ты привык? К чему? Да, вот так вот сделай. Хорош. Ну, ты скажи мне причину, почему ты отрицаешь, ты говоришь, я не буду пить. Как? Я уже привык. К чему? Стопкой нужно пользоваться. Вот. Вот давай. Из горла. Из горла? Да. А, гонка. Не привык. Ну, может, я свои понятия не знаю. Тебя зовут Кису. Ты, может, свои мешаешься. Откуда я ничего не я вот знаешь, что да, дело прошло. Нет, для меня киса. Я вот что с ним, вот что. Мне нравится. Вот для тебя киса. Для меня Серега. Для тебя Серега. А, ты мне что? Только закипит. Отдельно. Да, почему, почему? Не могу пить. Он а почему? Да. Не знаю, сосудки. Причина. Не знаю. Причина. Не можешь, как не знаю. Ну, оно с ним. А вот, я не буду я вон дрюмка есть. Какой кошмар, какой кошмар. Зима. А вон деду дай, почему? Пусть крова хуярит. Да он только что взял. Дед, я причина нахуй. Не могу. Ну скажи. Да привык уже. А если я не буду, давайте его бутылку бутылку. Ты не слышишь, что? А. Не ставь меня в это, слышишь, что? Не буду. А, не ставь меня в это, ну, под подозрение какое-то. Паша, я не могу. Не могу. Почему? Ну не могу из стопки пить. Учи. А ты знаешь ты от чего? Вот налей мне стакан. Стакан тебе? Большое количество. А нам не надо? 200 граммовый, граненый. Вот наш вот был бы ты у меня стакан. Не-не-не-не. Я бы сейчас бы стал пил, у тебя бы в конец. Это не канает. Не знаю, знаешь. Макса ты знаешь. Да. Макс,
Он бутылку вот так ставит, и она вся туда уходит. Киса пошатнулся нахуй. Только потом, единственное, его собирать надо, блядь. Эту рыжую забирай с собой нафиг. Смотри, какая лисичка. Это твоя. Кто? Лисичка-то? Да. Все. А, вот у вас нет, целый дуэт получается, киса и лисичка. Это его да. Вкус. Ты чарел, его смотри. А ты танки нравится? Это не мой вкус. Я тоже свет чарел. Не то пальто, ты что, ё-моё? А какой тебе черный цвет? Почему, киса? Причина. Киса. Причина, ну, да, почему тебе не нравится? Причина, киса, все. Нормально. Рыжий заберет. Ну ладно, нет. Ребята, с праздником вас всех. Ты пошел, что ли? Прощается. Да, с места. Да, с места. Пойду. Дайте ему только водку из горла пить, он пойдет. Да, нет. Ладно, говорит, ребята, я пошел. Какой самый такой? Чё? Какой я? Ну, какой такой? Самый. Не, ну вот краска, ну, нормальная. Но она отдает Серёга это, как его, аммиаком этим, блядь. Да, вот этими таблетками. Гидроперитом. Все, Оля, покрасили нормально. Как милирование, бля, получилось. Так, Оля, вообще тебе надо в парикмахерскую, словно тебя устроить. Да. Ох ты. Началось. Все, вот и все. Все, киса ревнует. Не. Я-то ты. Вовка. На слово ревности, да. Сейчас мы едем, все такое пиздец. Я не ревную. Завтра приедем. Поскорее приедем, все-таки ебало. Две головы, блядь. Нет. Ну, рыжего избьет. Никогда в жизни не пускает. Знаешь что? Тебе надо знать, что постоянно это пользоваться бальзамом. Ни к чему. После вот... Постоянно, блядь, да, скажи. А я спиртом скажу, постоянно пользуюсь так. Бальзамируюсь. Спиртонизируюсь. Не, если бы Лёха Диколон бы не выпил, можно было побрызгать, нормально было бы. А хули он выпил? Я выпил, всю бутылку мне испоганил. Сегодня ела, хоть нет, все как пенька. Она постоянно пенит быстро, да? Лёша. На, прикуривай и отдавай вот сюда. Спогани его нахуй, блядь, Дим. Духами, представляешь? Ну я понимаю, дровяня. Жанинка, блин, опять стала. Ну, куричный. Да. Вода подбодрила. Это не было. А щелка как бы сейчас? Ну, блядь, всю бутылку мне испогать. Вилку возьми, вилку принеси одноразовую. Вилку одноразовую. Ну и все, прочешите ее. Надо срочно расческу как-то... Киси, где у тебя расческа? Эй, че я расческу? Где тебе ее возьму? Даже массажки нету. Да, унесли, хули. Есть. Мать. Да? Дома есть расческа. Да, вы что не надо? Че ты? Че ты с собакой потягиваешь? Че не надо? Это посмотрел на нее. Курить что? Зажигалку она! Я тебе... Ты так вон, рыжий положил зажигалку. Да. Зажигалку, че надо? Вон она. Вот, носок. Ты говори, что молчишь, ты говори, да и все, хуй ты молчишь. Блин, все не мило, блядь. Понять можно, блядь. Тема. Нормально. Не надо это самое, табурет-то. Не надо. Он пьет из горла, не сидит на табуретке, сидит на полу, да, дед. Берет. Он как не русский, да? Берет. Вот садится. По жизни. Берет. По максимуму от жизни. Я по татарски сижу. Ты же балерина, конечно. Я змея балерина, блядь. Я по татарски сижу. Ну-ка, станцуй что-нибудь. По балерински. Ногу вытяни, киси, на плечи положи. Вот за валиком звонит, все, у меня Рина. Буду слушать вас, чтобы ничего не пропустить. Где звонит? С Аликом. Звонит. Я говорю... Он такой, слушай, ты, говорит, знаешь, нахуй, то, что у тебя братан, говорит, отбросился. Блядь, вот сейчас он умер. Как же ты за все скуда? Ну, при мне. Начали всю агрессию тут начал собирать. Дедушка, я, блядь, сейчас пальцами сетку расчешет. Расчеши сетку так. Ну, вот и сего. Наподобие какой-то расчесывается. Вилку, я тебе говорю, вилку. Сестра. Мишка, что, могили пиздить? Да я тебе увезла. Вот, сука. Я смотрю, где они были. Они везде были, нахуй. Коми. Леху в коме, блин. Леху удавил. Короче, все. Я говорю, че? Опять? Давай пойдешь. На свой видео. Все. Я вот у тебя хотел посидеть, ты что?